Опять, по-моему, будут играть. Будут они играть вальскую. Да, будут играть против X6 Gaming. X6 Gaming берут себе в дефе Сомбру. Будут играть через Сомбру Люська, что, в принципе, уже стандарт. А Южная Корея пока что остается Зен Люсёк, и у них есть солдат вместо Генжа. То есть и там дефолтные дайвы, в принципе, ничего нового. Скорее всего, X6 Gaming будут играть от точки, то есть они не будут, как я думаю, принимать их сразу в воротах, а будут просто ждать какого-то подхода точку, и если сейчас сборная Кореи пойдет направо или налево, туда будет какой-то дайв или подпуш. Па-па-па, так, сейчас надо еще как-то потише сделать, стоп. Микшер. Эти корейцы очень громкие. Па-па-па! Так, начинает хакать Сомбру у нас маленькую, потом уйдет инвиз, пойдет постреляет и вернется с ТП-шки налево. Южная Корея сразу проходит к этому погрузчику, что в принципе правильно, что они не пошли в ту комнату с коридором. И скорее всего они будут сейчас пробегать за точку. Да, они будут пробегать за точку. Рыжий Хонг очень много ловит, но его сейвят. Все, аптечки хакнуты. И X6 Gaming начинает, в принципе, свой деф с того, что у них уже 50 есть EMP. Сборная Кореи не стала проходить за точку туда наверх. Она пока стоит наверху. И вот только сейчас они, наверное, дождались спидов. Поднялись наверх и заняли верх. С такой позиции солдат будет очень-очень полезный. Если его не будут контестить, он просто будет всех расстреливать. Поэтому будем смотреть, что сейчас будут делать X6 Gaming. Пока происходит определенное стояние, просто размениваются дэмэджем команды. EMP уже готова. Очень хорошая игра от команды X6. Они видят Зиньяту, и сейчас будет моментальный врыв. Зена убивают. И, в принципе, этот файт должны были выигрывать X6 Gaming, но они теряют уже... они теряют двоих. В принципе, размен 2-2, да, неплохо, неплохо. Солдат, ну тут должны умирать Южная Корея. Не были готовы они к быстрому EMP от X6. Сейчас очень важно, чтобы остатки команды дошли очень быстро у X6 Gaming, потому что Южная Корея не собирается останавливаться, она уже проходит направо-вверх. Люсёк остается один. А, он встречал, наверное, кого-то. И теперь Южная Корея будет атаковать с правого верху. Угу. Но та позиция, в принципе, она для них лучше, наверное, считается, потому что там далеко до аптечки Сомбры и... Хотя это такое, на самом деле. Непонятно. 50 на 50. Смотрите, как интересно делают X6. Они занимают позицию за вот этой будкой, за стеклянной. Не подставляются под урон. Хотя EMP им нужно. Наверное, сейчас кто-то будет ловить дэмэдж, скорее всего. Или они просто будут играть от каких-то других ультов, потому что у них уже на готове мы видим нож. Уже есть биты, что хорошо. Ну, бомбочка, типа, окей. Со стороны Южной Кореи только скоро на подходе будет важный ульт Зена. Ему очень важно сейчас его накопить как можно раньше, чтобы дать его в размен на биты и не успеть попасть под EMP. Но, скорее всего, EMP накопится и, ну, короче, занимает Южная Корея точку. В принципе, это правильно. Начинается врыв, убивают сразу Тоби, нажимается нож, нажимаются биты. Отдают три ультимейта сейчас команда X6 Gaming на этот файт, и они его выигрывают, да, но... Возможно, биты были немножко лишние. Но сыграли на верочку. Тем не менее, они сейчас уже накопят EMP, то есть они уже будут с позиции силы, что ли, атаковать. То есть, когда у вас есть EMP, что делает обычно Сомбра? Она ждет, когда саппорта дадут ульту. И, соответственно, саппорты с противоположной команды тоже ждут, когда сдатся EMP. И вот это вот стояние и Mind Games может продолжаться очень долго, и выиграет тот, кто сделает шаг первым.
Или проиграет. Подожди, проиграет, получается. Проиграет первым. Но если ультанет Руджи Хонг, и они за этот транс заберут двух человек хотя бы, то в принципе они выиграют файт, даже если дастся EMP. Будем посмотреть. Вот. Есть у него информация, где собирается Южная Корея. Он подходит. Нету у него цели, чтобы EMP-шнуть, поэтому он просто будет уходить. Да. Не стали рисковать. Южная Корея снова проходит через погрузчик. Очень-очень осторожно играет Южная Корея. Никто не подставляется. Дается EMP, но оно не хорошее. Это плохое EMP было. Оно попало только, получается, на чужую диву, на зумбу. При этом сдался транс уже. И Тоби может спокойно давать биты, ничего не боясь. Да, он дает биты, попадают они на пятерых. Ну, не выстояло, не выдержали нервы у X6. Южная Корея очень хорошо держалась вместе, не стала она просто врываться как аутисты. И Руджи Хонг занял очень хорошую позицию вокруг этого погрузчика, где он мог в любой момент при виде Сомбра просто уйти за угол, и на его бы EMP не попало, потому что EMP не работает через стены, как бы это странно не было. На вторую точку на Вальской корейцы берут Сомбру в атаку вместо Солда. То есть они оставляют саппортов. Ну, там аптечка, скорее всего, уже будет хакнута. Он даже не идет ее проверять, потому что так, скорее всего, и будет. Его успевает хакнуть. Это досадно, конечно. Но сейчас будет просто стояние от Южной Кореи. Они будут копить ульты, пытаться найти где-то какие-то лазейки, занять позиции. Вот они занимают право вверх. Просто запускают туда Джо Хонга. Сомбр к нему залезть может только с ТП-шки, по сути. Да, вот она кидает ТП-шку, залезает наверх, но Руджи Хонг прекрасно просто ее сносит. Если сейчас никто у Южной Кореи не выиграет, не умрет, то это, в принципе, был бы победный файт, но нет. То есть EMP было такое себе на самом деле. Руджи Хонг сделал очень все круто, он успел разменять EMP на Сомбру. Но потеряли больше. Так, ну окей, но теперь у Южной Кореи есть окно, в которое они могут сейчас сделать свою атаку. Это окно называется «Нету Сомбры ульты». При этом у вашей Сомбры есть уже ульта, у вас уже на подходе биты. То есть им нужно сейчас накопить биты, в принципе, чтобы быть спасенным от ножа. Не дать Сомбре накопить ее ульту. Стараются. Ой, смотри, как уже много Южной Кореи заняла. Она прошла мейн, она прошла весь мейн, она заняла вот эту большую комнату с аптечкой, заняла верх. И они просто в сантиметре от точки. Но она на хану теряет. Вот это очень плохо, очень плохо. Позиционка была мега хорошая, конечно. Попробуют сейчас они походу вытащить, раз уже дошли отсюда. Тем более, что размен в их пользу. В принципе, наверное, у них может получиться, да, они сдают... Не, бинтов еще нету. Не получилось, не хватило вот этой EMP-шки, которая была у Нанахана в начале. Очень не хватило. Она бы сбила как раз биты, она бы не дала Генджи просто так прыгать, еще что-то. Но позиционка была очень хорошая. Мне нравится, как Корея заняла вот эту сторону, всю левую. Им буквально просто сделать шаг, они на точке начинают ее контестить, и уже другой команде нужно что-то предпринимать, как-то врываться, атаковать и так далее. И ротейтиться от этого. Вот Челик тоже удивлен по центру. Вот. Ага. Ну да, я вот согласен с левым парнем, то что EMP-шки это не хватило. При этом Сомбра команды X6 Gaming, он успел хакнуть диву, у которой был взрыв. И они просто диву разложили, и файт еще хуже стал. То есть да, там вначале был какой-то разменчик, но... Размен, он такой размен, что должен закрепляться чем-то. Так, давай мотаем. Ну где там? Сколько пауза-то будет?
А, вот, все, откатилось. Отжимается пауза, остается 2 минуты сейчас у Южной Кореи. Что у них по ультимейтам? Давайте посмотрим. У них, в принципе, у них охренительная ситуация. А, слушай, так они этот файт весь играли и даже ни одного ультимейта не потратили. А там, в свою очередь, потратились биты. Ну, нож, да, он поменялся на солда. Еще отдали меку. И биты отдали. То есть, в принципе, сейчас по ультимейтам в плюсе Южной Кореи. Уже Хонг забирает трясу, которая хотела кого-то забрать. Кстати, таймбоя было 60 всего лишь на бомбочке. В прошлый раз мы смотрели вчера игры, он точно так же залетал необоснованно. И пытался кого-то пикнуть, не имея при себе пульс-бомбу. И уже в который раз его просто ловят на этом. Ждет Сомбра момента, когда дать ульту. Ну не успевает. Рыжий Хонг нажимает транс. Теперь все будет зависеть от того, как Тоби сдаст биты. Дается ульта на Нахане. Сдаются биты Тоби, но они попадают все-таки на кого-то. В плюсе сейчас Южная Корея начинают они. Но они тупо по ультам начинают просто перевешивать. И вовремя прожатый транс Рыжий Хонга выигрывает им скорее всего эту драку. Да, купирует точку, дается зонящий взрыв, чтобы захватить хотя бы один тик. А дальше продолжает все это дело, подкрепляя фрагами. Триса вот опять пытается пройти в спину, проходит. Другую. Даже корейский комментатор говорит, другую цель, но нет. Сдался визор, но нет, это скорее всего не выиграется. Да, потеряли они ману, но не должны уже Южной Кореи отпускать это. Хотя теряют людей. Придется им перегруппиться, Где-то хорошо X6 Gaming сделали регрупп перед тем, как отдавать третий тик, уже последний. Успели все-таки нормально регруппнуться, зайти на точку. И остается 20 секунд у корейцев. Что по ультимейтам? Опять же, есть у Южной Кореи есть EMP, что хорошо. Есть биты, что хорошо. Но у X6 Gaming тоже есть биты, есть EMP. И есть еще при этом взрыв меки. Сейчас будет очень важно, как будут отыгрываться EMP и биты с обоих сторон. Любой, кто попадет в EMP лучше, тот, по сути, выиграет. Анахана проходит туда, этот здесь, видит солдат с люськом, уходит с ТП-шки. Сдаются биты. Биби очень поздно сдает EMP, но... Но это очень тоже поздно, блин. Началось все очень плохо для корейцев, они потеряли солда в самом начале. А, кстати, подожди, Волу. А как так получилось, что Рыжий Хонг вообще солда взял? А ну-ка назад. А, ну он брал солда, наверное, вместо Зенята на контест, потому что думал, что файт будет еще продолжаться, тот самый файт. Да, вот они файт проигрывают, тот же Хонг берет, убирает Зена, берет солда. Но тот файт еще шел, да, он думал, что еще успеет. Окей, он умирает второй раз, не стал уже брать Зена на последнюю атаку. Давайте еще раз посмотрим этот файт. Сайвова стоит, докапливает свою меку, все нормально. В принципе, Зен тут и правда уже не нужен. Так, Нахана внизу. X6 Gaming просто их нет на точке. Они просто не подставляются под EMP-шку. Красиво. Ну да, убили Рыжи Хонга, то есть уже минус один для Южной Кореи. Сейчас будут даваться биты. Биты даются. Биты уже кончились, после этого далось EMP. Когда уже минус 2 у Кореи, только сейчас Нанахана приходит и дает EMP. Но ему тут не было просто вообще никаких нормальных целей, чтобы сдать EMP, потому что X6 Gaming взяли позиционку, при которой они... Ну, им просто невозможно подставиться. То есть у них... Блин, тут плохо. У них стоит вот здесь вот два танка, у них стоит солдат с люськом где-то там сзади, да, наверху. Треса бегает сама по себе, наверное, справа, вон там вон, и Сомбра... Собственно, мы видели, она забежала просто на солда с лиском.
Хорошая позиционка, так 6 гейминг. Блин, надо еще тише сделать корейцев. И получается, что... Куда я залез? Получается, что неоправдан был на самом деле пик Сомбры. Ничего эта Сомбра у Южной Кореи не сделала сейчас на Вальской в атаке. Ничегошеньки. Но одна атака у них была очень хорошая. Когда они забрали два тика, все очень хорошо сделали. Посмотрим, что они будут делать в дефе. Посмотрим. Продолжают они играть через два саппорта и Сомбру как ДПС. X6 Gaming берут то же самое, что брали с Южной Кореи в атаке. Тоже, в принципе, ничего удивительного. Вот Южная Корея, да, она немножко отходит от стандарта. Получается, что? Получается, Люся будет стоять просто на постое с Анной, наверное, или к ней прибегать просто иногда. Танки будут тогда, получается, играть чуть более агрессивнее. И если Руджи Хонг попадает банкой по врагу, то туда будет просто моментальный врыв от Трейсы и какой-нибудь Макаки, условно. То есть, как и на Kings Row, Южная Корея в дефе старается играть от Анны и их хорошей банки. Заходит, видит Зена, да, но отступает, все правильно. Ну, точнее, понятно, все правильно. Вот. Тайминговая бомба, причем попадает по многим. Она попадает по Солду, по Трисе, по Диве. Не стали никуда бежать X6 Gaming, хорошая выдержка от них, они просто остановились, подождали, пока пройдет баф, дебаф, и просто спокойно начинают занимать верх, а в это время... Лол... Подожди, это... То есть получается, пока вот эта банка прилетела, пока вся команда стояла X6 Gaming в этой комнате, вот в этой... Инфа от Трисы была то, что кто-то остался сзади у них. Это вот была как раз Триса, на которую моментально просто прилетает Мано. И они вдвоем ее просто разбирают. Чисто по колу. Южной Кореи, значит, Руджи Хонг играет у нас от большой аптечки. Не занимает он верх, что в принципе правильно. Ждет инфу от своей команды, где сейчас находится X6 Gaming, внизу или наверху, чтобы дать туда банку. Ну, дает в итоге банку на отхил. Прошла уже минута, и EMP еще нет у Нанаханы. Но, в принципе, ультимейты хорошие уже на подходе. Теряют они каким-то образом Тоби. А, ну, райт-клик от Зена просто залетает. Сдается Нана. Причем вот опять, что мы видели на Kings Row... Южная Корея продолжает играть через нанобущенного Винстона. Тупо по кулдауну. Ну, не по кулдауну, конечно, но Винстон очень часто у них в бусте, очень часто. Это позволяет ему вот так запрыгивать просто в соло на Зена, выживать как можно дольше, выигрывать время. При этом Диве не обязательно уже бобиситить эту макаку. Дива может играть сама по себе и заниматься другими вещами. Сдаются еще под конец биты, да. Ну... Подожди, это новый EMP? А, он все-таки накопил EMP-шку. Но уже забрали Тоби. То есть он накопил EMP, когда забрали Тоби. Они сейчас в плохом размене, и Зена накапливает ульту на этой макайке. И EMP сдается в секунду в ту же самую, что и Зен сдавал ульту. Просто хорошо нажали ультимейты X6 Gaming, и очень медленно копилась Нана у Нанаханы. В принципе, если было у Нана у него чуть-чуть пораньше, он бы влетел на этот верх, на правый, к этому Зеняте вместе со своим обезьяной, то они, скорее всего, забрали бы этого Зена, был бы размен уже один в один. И как-то там они, наверное, файт с нанобущенным Макака и EMP выиграли бы. Но плохо копились ультимейты, и... Хороший рейд-клик от Бебе по Тоби.
выигрывает эту точку. И теперь есть 6 минут X6 Gaming, чтобы забрать вторую. Угу. Оставляют они, не берут они себе Сомбру в атаку, как делали корейцы. Немножко другая позиционка сейчас у Южной Кореи. У них танки занимают правую комнату, не левую. Тут опять все жрет Дива. Просто все слипы, все банки жрет Дива команды X6 Gaming. Накапливается еще одно нано. Треса поставилась под хакой, да, но тут уже должны были сыпаться, да. В принципе, получается, они ничего не потратили и выбили ульту Дивы из Южной Кореи, но при этом дали им подкопить ультимейтов, конечно, побольше. Получается, сейчас Южная Корея может просто выигрывать файт за счет одного EMP. Причем это будет бесплатный файт, потому что никаких саппорт ультов они не выбьют. И, скорее всего, судя по процентам, то есть если сейчас 50-50 у... Ой-ой-ой, Собиоби. Если просто... Сейчас скажу. Закончу мысль. Если бы сейчас была драка выиграна за EMP, то у Люська на следующий файт уже были бы биты, прям сразу же, и не было бы еще EMP у Южной Кореи. То же самое было бы с ультом Зена. Но, в принципе, у Кореи есть Собиоби, который просто дал хорошую минку по Зену, и моментальный врыв туда, и минус 3. То есть все еще очень хорошо сложилось для Южной Кореи. У них сейчас будет очень хорошая экономика. И X6 Gaming придется, наверное, ждать. Они не могут просто идти сейчас без саппорт ультов. Сейчас будет очень затяжное стояние. Да, просто все сидят и ждут. Никто никуда не ходит. Есть информация о том, что Трисал справа, да, с ней там пока развлекаются. Макака с Дивой сейчас в точке у команды X6 Gaming. Хотел на Нахана зайти в спину, не получилось. Вроде бы хакнул он все-таки Диву. Ну, тут ничего не сделает X6 Gaming. Зумба очень хитовый, да. Размен меками только происходит. Это должен быть просто экономический какой-то файт для X6, в котором они накопили бы свои ульты и попробовали бы выбить чужие. Свои, в принципе, они выбили. И из чужих они нанобуст, типа, выбили. Ой, и свои они накопили, из чужих они выбили нанобуст, что, в принципе, такое себе. Такой ситуации, конечно. Теперь очень важно смотреть, как будет атаковать X6. Корейцы пока занимают ближнюю позицию, но они сейчас, наверное, уже отойдут оттуда. Это просто был поджим на респаун дефолтный. Судя по всему, они будут бежать на левую сторону. Да, даются спиды. Ой-ой-ой, они попытались качнуть сейчас сборную Кореи. Группируются все в точке. Даются EMP от Нанаханы. Очень плохой EMP. Должен я сказать. А, нет. Хороший EMP. Да, это получился хороший, на самом деле, EMP получается. Я просто думал, что Люсёк команды X6 не попал под него, но он под него тоже попал. Ну и Собиоби просто троих пошел и забрал. То есть... В принципе, это тоже похоже на какой-то экономический файт со стороны X6. Они просто подошли к мейну, чуть-чуть качнулись в левую сторону, показали, что они хотят бежать налево, и потом моментально просто нажимаются спиды, бегут все в точку. Заставляют просто сборную Кореи реагировать на это, потому что ну нельзя просто давать им капать один тик за просто так. Сдается EMP, сдаются в довесок еще биты. Возможно, биты, кстати, были лишние. Одного EMP, возможно, хватало, но не были уверены до конца Южная Корея. Все, и дальше у X6 Gaming единственная это страта, это не давать лишний поук по
противнику и не дать накопить на Нахане еще один EMP и просто зайти на перевесе одного саппорт ульта. То есть сейчас у них будет две саппорт ульты. Но опять ловят этого тамбоя. На него кладутся биты. Очень-очень хорошие биты сейчас были. И Зен еще в итоге дает ульту. Но их тамбой все равно умирает, конечно. Южная Корея очень хорошо ротатится танками. Не стоят они вдвоем сразу в точке. Сначала стоял Зумба до конца. Как только он начал терять Мекку, просто пришел Мано, поставил купол и постоял сам еще в точке. И в довесок дали ему нанобуст. Окей. Так, и 6 гейминг потратили очень много всего. Они потратили 5 минут. На последнюю минуту они берут Сомбру, Рипера. Рипера, типа, я согласен, типа, да, это хороший пик. Сомбру, возможно, немножко поздновато. Потому что EMP он накопить не успеет. То есть все, что сейчас может сделать Сомбра у X6 Gaming, это хакнуть какую-то диву. И тем самым, не знаю, просто быстро разобрать. И, кстати, нельзя упускать из виду то, что как только Южная Корея увидела, что X6 Gaming взяли Рипера и Сомбру, на какой-то из этих пиков Южная Корея меняет Руджи Хонга на Мэй. Но это точно неспроста. Скорее всего, это... Ну, против Рипера типа норм. Против Сомбра, в принципе, тоже норм. Сдается EMP, умирает, кстати, Руджи Хонг, но должны сейчас выигрывать размен на Южной Корее. Опять же, выигрывает файт за минимальное количество ультимейтов, за EMP, которого уже почти половина, и за ульту Макаки. Тем самым у X6 Gaming появляется время, чтобы докопить свою EMP, но да, они его скорее всего докопят уже 80. И там будут Тоби биты. То есть Тоби сейчас нужно просто где-то прятаться и молиться, чтобы на него не попала Сомбра чужая. Да, вот он стоит сразу, чтобы убежать за стойку. Ой, почти умерла Сомбра, даются EMP на Наханы. Он старается выжить, даются биты. То есть Тоби, как только увидел, что Сомбра дала транслокатор, дается об этом информация, Тоби моментально просто сдает биты, потому что он знает, что Сомбра, скорее всего, будет далеко, она не успеет их снять никак. И эти биты будут нормально заюзаны. И Руджи Хонг уже тут... Да, и Руджи Хонг просто ловит в спине уже двоих. Хороший слаб, на самом деле, мне нравится. То есть, помимо того, что Мэй еще будет немножко более выживабельней на ласте, и плюс, если у противника есть EMP, то, по идее, достаточно времени среагировать у Мэй, чтобы поставить стенку тупо перед собой. Потому что как происходит? Забегает Сомбра в инвизе, выходит из инвиза, дает EMP, и за ней уже забегает чужая команда, правильно? Если Мэй успеет среагировать на то, что Сомбра выходит из инвиза, она просто ставит за Мэй, ой, за Сомбры как бы стенку, и чужой команде приходится либо долго оббегать, либо просто идти за стеной, и это EMP будет просто в никуда. Да, хороший пик. Ну и плюс против Рипера, который просто в упоре замораживается на изичах. В атаке немножко, мне кажется, Сомбра была... Не знаю, она в принципе была норм... Нет, она не норм была, нет. Плохо сыграли с Сомброй в атаке Южная Корея. Нельзя не отметить то, что хорошая была позиционка у X6 на ласте. Тупо никто не подставлялся под EMP. Так, сколько у нас времени сейчас?